Министерство архитектуры и строительства предлагает разрешить минчанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, строиться в Смолевичах по заявительному принципу. В этом году в городах-спутниках намеревались построить 10 тысяч квадратных метров жилья, но задачу перевыполнили почти в 8 раз, об этом сообщили в ведомстве. Однако, как подчеркнул министр архитектуры и строительства, даже этих объектов недостаточно, чтобы развивать идею возведения жилья для минчан в городах-спутниках. Поэтому министерство, согласие губернатора Минской области, и предлагает пойти на эксперимент. Идея есть, ее нужно, я со своей стороны сделаю все, чтобы эта идея осуществилась. Действительно, надо сделать для того, чтобы эту тему продвинуть, и она поимела свое развитие, так как она должна была иметь по городам-спутникам, сделать эксперимент на базе Смолевического района и позволить жителям города Минска, нуждающимся получение жилья, строить жилье в Смолевичах по заявительному принципу вне очереди, имея очередь в городе Минске. Я думаю, что это даст значительное развитие вот этой теме, и в дальнейшем мы это протиражируем на другие города-спутники. Подводя итоги года, в ведомстве отметили, стоимость жилья с господдержкой Беларуси сравнялась со среднемесячной зарплатой. Планы на следующие примерно 900 тысяч квадратных метров.